Вот. Вторая часть. Когда тыква уже готова, вынутая из духовки, вся в пряностях, просоленная гималайской солью. Каждый кусочек пришлось обмакивать в оливковое масло. Кладется на противень со смоченным пергаментным листом и готовится. Готовится очень хорошо. Потом эти кусочки мы кладем к нам на тарелочки. Вот тарелочки наши, тарелочки одна и вторая тарелочка. А в каждой тарелочке еще и грибки, как гарнирчик. Или тыква гарнирчик, или грибки. И эти грибки по особому рецепту с большим количеством порея, приготовленные в чугунке желтенькими помидорками. Вот эти помидорки. Но блюдо, оно очень хорошее для ранней осени. Все витаминчики и так живописно. Так что рекомендуем обязательно попробовать. Кто попробует, не пожалеет.